4-й раз подряд в стране провели массовую гонку «Лыжня России». Традиционно зимний забег объединил людей от западных областей до Камчатки. В Омске местом проведения состязаний традиционно стала спортивная база Аграрного университета. На трассе встретились более 3500 любителей и профессионалов лыжного спорта. Присоединились к тем, кто бежал на лыжах, и сельские жители. Еще в 11 районах Омской области провели лыжные старты. Участие в них приняли 4000 спортсменов. К рекордам стремились на 4 дистанциях. На 2,5 километров вышли дети и подростки. Спортсмены-любители преодолели 10 километров. Символическую дистанцию в 2016 метров прошли члены областного правительства, руководители министерств и ведомств, депутаты, известные омские спортсмены и ветераны спорта. Самому младшему участнику 5 лет, старшему за 80. Первый старт для школьников. Всего же выстрелов пистолета было еще 5. Несмотря на то, что у лыжной гонки статус любительской, встречаются здесь и профессиональные спортсмены. Бегут самую длинную дистанцию – 10 километров. За день до старта гонщики полируют лыжи парафином так, чтобы скользящая поверхность была без единой царапины. Вместе с тренерами разрабатывают тактику с учетом подъемов и спусков трассы. С первых метров важно взять лидерство и оторваться от основной массы бегущих. Сменили деловые пиджаки на спортивную форму и члены правительства, политики и бизнесмены. Для них дистанция 2016 метров. Я думаю, что те традиции, которые прививает лыжня России, очень благоприятно сказываются на развитии массового спорта. Потому что самое главное, что остается потом, остаются возможности для проведения интересного, насыщенного досуга. Лыжню России воспринимают по-разному. Есть те, кто гонится за быстрыми секундами, но еще больше людей, кто в солнечный зимний день выходит на лыжню ради настроения. Для них систематические занятия физкультурой и спортом – образ жизни, а участие в массовой гонке – добрая традиция. Ощущение праздника. Смотрите, какая погода. Вчера так пасмурно, а сегодня такое солнце. Просто прелесть. Ощущение праздника. Сегодня омичи доказали, что лыжня России по-прежнему популярна. И здесь соревнуются по олимпийскому принципу, где главное не победа, а участие.